Где-то минут 10 до начала представления. Я вот возле парапета тут билет взял на балконе. Там тоже зрительные места. Народ собирается. 45. Ну что тут такие большие. В реальности больше кажется, чем на видео получается. Я надеюсь, они бухтеть не будут тут. Все представление за моей спиной. Подходить начал. 7 часов должно быть начало. Там актеры будут, которые снимались в сериале там «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», Александр Тютюмов и еще какой-то там, не помню как его, лохматый, который еще в особенности на национальной рыбалке охоты снимался. Внутри самого ДК имени Горького. Это второй этаж. Я тебе не могу.
рождения.